Как много сказано о любви, о высоком и сильном чувстве, по сути, не требующем слов, но не обходящемся без них. И ведь не имеет значения, о какой именно любви идет речь, к людям, родной земле или работе. Важно другое – принимать это чувство с радостью и достойно нести его по жизни. Накануне в Краеведческом музее берестейские педагоги о любви говорили увлекательно и искренне, поддерживая уже сложившуюся за годы встреч дружественную и теплую атмосферу. Это всегда сопровождается музыкой. У нас очень сложились хорошие отношения с колледжем музыкальным. И они приходят и создают нам атмосферу, поскольку считаем, что вот любовь и музыка – это что-то очень связанное, неразрывно связанное друг с другом. Читаем стихи, иногда читаем какие-то тексты и обсуждаем их, выбираем какую-то интересную прозу и получаем какой-то заряд, не просто настроение, а каких-то сил, стимула, который помогает нам выживать в суете этой жизни и чувствовать себя счастливыми. Основная тема, которая проходит через все гостиные, которую проводит Надежда Валентиновна Капуза, это тема любви. Но тема любви, как и тема исторической памяти, они вечны, они нескончаемы. Но и они как бы являются таким важным отправным моментом для нашего дальнейшего общения с учащимися, со своими коллегами. Беседы, в которых речь идет о любви, должны быть камерными. В них нет места суете и повседневности. К тому же дело не в количестве присутствующих, а в глубинности их общих интересов. Людям это интересно, потому что здесь они обогащаются не только интеллектуально, но и духовно. Они больше узнают, они потом больше могут рассказать своим ученикам. В общем-то, пока эта педагогическая гостиная очень учителям всем нравится и пользуется большим успехом. Я вельми становча ставлюся до кохання. Я вивчав історію життєдіяльності великих наших суайчинників, Костюшки, Орди, там, Станіслава Понятовська. Вони так само не обходилися без кохання. Вони кохали, їх кохали. Это сподвигало их на некие добрые справы, потому что без кохания нема життя, как и без истории. Когда человек добро ведает свою историю, у него есть будущее. Когда он ведает могилки своих предков, своих батьков, дедов, и он будет шановать свою батьковщину, ему будет шансовать в жизни. Вот так я ставлюсь до проблемы кохания. Любовь многогранна в каждом ее проявлении. Лишь тогда человек счастлив по-настоящему, когда искренне любит. Мечта поэтов и писателей, скульпторов и музыкантов, художников и танцоров – донести сквозь призму своего восприятия красоту этого чувства. И произведения тех, кому это удалось, являются настоящим гимном любви к главному чувству на Земле. В этом году мы связываем вот эту тему любви с датой, может быть, не очень крупного юбилея, но с датой 215-летия со дня рождения Адама Мицкевича. Ну а его, он вошел ведь в историю всемирной литературы как певец любви. Его имя вписано в антологию всемирной литературы. И муза его, которая всю жизнь вдохновляла его поэтическое творчество, была Марыля Верещака. Все это связано с нашей землей, с нашим регионом. Поэтому о таком великом земляке, конечно, мы можем вспоминать и должны вспоминать. Разностороннее осмысливание высокого чувства в рамках педагогических гостиных помогает учить детей понимать, дарить, принимать и достойно нести любовь по жизни.